ее собрали уже прямо на пункте приема лома черных металлов из частей, вот, как повторюсь, из частей разных гаубиц, которые ранее ремонтировались на мотовилихтинских заводах. Как они туда попали, сотрудники про это информации не дают. А между тем, это самый интересный вопрос. Сам факт появления гаубицы в пункте приема металлолома никого в Лысьве не удивляет. Дело-то житейское. В лихие 90-е здесь еще не такое могло оказаться. А директора пункта приема спасло то, что из орудия уже нельзя стрелять. Если бы боеготовность гаубицы подтвердилась, начальнику этого пункта приема металлолома грозило бы лишение свободы от 3 до 5 лет по статье «Изготовление и ремонт огнестрельного оружия».